Всем привет! Продолжаем путешествовать по городу Санкт-Петербургу. Четвертая линия Васильевского острова. Здесь я живу, на Васильевском. Так вот, четвертая линия Васильевского острова 35-37. Дом купца Бабкова, дом Поликарповой и Залимана. Архитекторы не установлены. Один из архитекторов Богуславский. Год постройки 1790-1902. Стиль классицизм. 1902 год. Техник Богуславский Леон Вильгельмович. Частичная перестройка объединения двух домов. Данные я беру из Википедии и из сайта City Walls. Двухэтажные дома с фасадами в стиле классицизма возведены в конце 18 века для купца Бабкова и до 1792 года составляли одно владение. Дом 35 в 1840-1870 годах принадлежал купцам Селезневым, в том числе художнику Селезневу. Бывшие дома Бабкова, конец 18 века, перестроены техником Богуским в 1902 году с объединением двух домов. Дом вошел в историю как один из адресов революции 1905 года. Именно отсюда, от находившегося здесь Василеостровского отделения собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга, организовано священником Гапоном, 9 января собравшиеся направились в центр города, чтобы принять участие в шествии к Зимнему дворцу. А возле Академии художеств их разогнали казаки и полиции. После этого у дома номер 35 начался митинг. Воздвигли баррикаду, преграждая путь войскам. В бою были убиты и ранены. Дом 37 с начала 19 века до 1860-х годов перешел в купеческой семье Шедниковых. С 1820 по 1860 здесь жил драматический артист Щенников. Среди владельцев семья архитектора Сиверса. Ну вот так вкратце о доме 35-37, который находится на четвертой линии Васильевского острова. Пока-пока, до свидания.